Чудовищная сила. Чудовищная сила. Я должен добраться до гидростанции. Мне нужна энергия. Проезда нет. Детка. Нет, мамочка. Спасибо тебе. Смотри, Верзила напал на женщину с ребенком. Возьми ружье, мы его живо успокоим. Мама! Нет, стойте! Он хороший! Сил нет! Следуем вампиров. Их двое или трое. Люк, Ланс, вперед! Эй! Это Ренфилд. Дракула не видно. Вставай, по дороге придешь в себя. Вон они. Кажется, они попались. Ну что, по домам? Нет, это обман.
Я сразу поняла, в грузовике никого нет. Ланс, что на сканере? Порядок. Отловил их всех 37Г. Скорее. Скорее. Никто не входил и не выходил. Затравили их, как крыс. Они не крысы. Вызови Франка, нужна помощь. Хорошо, попытаюсь. Силы уходят. Шелли. Берегись. Оставьте их. Шелли, нужно в больницу. Быстрее. Исчезновение заставляет мне массу хлопот. Нет, Вальдемар, это не так. Я встречалась с другом. Клэр, ты первая вещуня в нашем бродячем цирке. Но я всегда вижу, когда мне лгут. Где мы? У друзей, дитя мое. У настоящих друзей. Да, надень на него ошейник. Не трогайте моего друга! Какая смелая. Выпусти меня! Надо же, он и говорить умеет. На электричестве работаешь. Научи себя вести как следует. Теперь я твой хозяин. Что с ней, доктор? Не знаю, обследование ничего не показало. Остается наблюдать. Шелли пыталась установить контакт с Франком через телепатическую связь. И если с одним неладно, с другой тоже так? Да. Если мы не найдем Франка, они оба погибнут. Нельзя же пропустить вечернее представление. А, твоя дочурка. Милая парочка, не правда ли? Картина под названием «Ярость в клетке». Нет, ты обещал, что не тронешь Зуи, пока я играю свою роль. Но ты сбежала прошлой ночью. И я не доверяю таким слугам. Если это еще раз повторится, то я заберу ее у тебя. Четыре года назад вы уехали отсюда, правда? Чистая правда. Она читает мысли. А потом вернулись. К свежему воздуху, к родному простору. Нет, вы бежали от той единственной, кому нужны на этом свете. В глубине души вы надеялись, что она последует за вами, но этого не произошло. И вы остались один. Теперь, кроме собаки, у вас никого нет, а в вашем бумажнике $12. Десятка и два по одному. Десятка чуть надорвана. $12! Десятка надорвана! Ну что, у тебя было достаточно времени внушить этим болванам мои идеи? Да, все вышло. Сколько человек? Кажется, 12. Отлично! Сегодня попируем за их счет. Думаю, по ним никто плакать не станет. Нашего полку прибыло, цыпля! Эффектный финал нашего представления поставит вас перед лицом подлинного ужаса. Демоны со всех концов света. Их жертва — чудовище со скалистых гор. Thank you.
они снова поставят на ноги маленького калеку. Вольф! Камелия и Бракус! Не смейте трогать Франка! Прости, детка, но тебе туда нельзя. Мы его, малыш, подзарядим, чтоб хватило минуты на две. Коронный номер. С этим чудовищем все оказалось не так-то просто. Ну ничего, мы с ним еще поборемся. Франк, не умирай, пожалуйста. О, как бы я хотела спасти тебя. Шелли! Шелли! Кто это Шелли? Твоя подруга? Хочешь, я позвоню ей? Когда я себя хорошо веду, меня всегда берут в город. Нет, надо много думать, тогда Шелли придет. Да, если ты очень захочешь, она тебя услышит. Тогда заходи, очень-очень. О, я слишком слаб. Я помогу тебе. Если мы с тобой очень-очень захотим, твоя Шелли услышит нас. Попробуй, ну еще. Рид, здесь явно был Франк. Да, и кажется, не один. Ему что-то вкололи. Шелли? Она так слаба. Шелли, ты знаешь, где Франк? Покажи нам. Это близко. Вперед! Где они? Вот, идут. Отлично. Все готовы? Добро пожаловать в наш маленький цирк вампиров. Пленник должен привлечь внимание хозяина. Когда он прибудет, мы устроим ему особый прием. Опять я потерял Франка. Он пытается пробиться. Поймал. Сигналы усиливаются. За поворотом. Были и пропали. Постепенно появляются. 10 или 12 вагонов. Следы людей, животных, экзотических существ. Неужели цирк? В детстве я так обожал его. Было присутствие вампиров. Вампиров? Да, цирк уже не тот. Следы разбросаны повсюду. Чтобы установить направление, надо повозиться не один час. А вот и свежий. Да уж, свежей не бывает. У меня есть идея. Ланс? Он просит повернуть. Теперь собака нами будет командовать. А ты не важничай. Может, это дальний родственник? Снова сигналы Франка. Пес, самый лучший сканер в отряде. Дело не в цене. Мне всегда нравились эти острова. Купи их. Ренфилда давно нет, хозяин. Ты свободен. Вальдемар!
Я здесь! Все мы здесь! И на много миль вокруг нас нет ни души! От Франка никаких новостей? Нам далеко еще? 2 километра, не больше. Надеть маски. Я буду Шелли. Когда появится хозяин, мы сообща загоним его в клетку, и он будет наш! Не подведите нас, дорогая! Прости, доченька. Ничего, я давно знаю, но ведь ты не из них, правда, мама? Рит, сигналы есть? Да, совсем рядом. Прекратите это! Хватит крови! Уходите! Спасибо! Кто вы такая? Это моя мама! Она добрая вампирша! Не суди о вампире по его клыкам! Зуи уверяет, что ее друг Франк кого-то ждет. Вы знаете, где Франк? Ему грозит большая беда. Большие беды – наша профессия. Проводите нас к ним. Сюда! Куда тебе до хозяина? Во всяком случае, без моей помощи тебе уж точно не обойтись. Молчать! Ты только наживка, чтоб хозяин был на крючке. А здесь довольно уютно. Драку! Чтоб меня увидеть, не обязательно устраивать шумиху. Твое время кончилось, настало мое. Я буду новым хозяином вампиров. Я не уверен. Эй, цыплятки! Это все, на что ты способен? Выпускай зверя! А теперь тебе смешно? Будь послушным, Франк, если хочешь добра Зуи. Нет! Останови их! Они его убьют! Зуи! Не волнуйтесь, мы прекратим это! Как они управляют Франком? Через ошейник. Придется снять! Сделаем, раз надо! Лежи спокойно! Тут замок! Не попал? Черт! Эй, а ну отдай! Я тебя! Я вам не подчиняюсь! Простите, что помешал. Мне давно уже не терпится разделаться с этим шутом. Нет энергии, нет чудовища. Нет! Мне надоел этот вздор. Ты бросил вызов мне, первому вампиру. Что ж, поборемся! Поборемся! Не только я! Все мои подданные бросают тебе вызов. Сила вампира в его гнезде. Я не одинок, как ты. Вперед, цыплятки! Видишь, как мы сильны? Да к тому же еще находимся на своей территории. Зуи! Нужно их спасать! Не ходи, я не пущу тебя! Из чего сделаны эти прутья? Поищем служебный вход. Ланс, Трэп, Люк, ко мне. Рит, все хорошо. Силы вернулись ко мне. Надо спасать Франка. Зуи, выйди оттуда! Нет, он мой друг! Там в клетке Франк с маленькой девочкой.
Готовь пушку. Мы не посадим зло в клетку, зато пошлем его подальше. Огонь! Все здесь? Нет. Зуи! Зуи! Франк! Знаешь, какое-то время я думала, что нам не выжить. Ты думаешь, они вернутся? Нет. Выживет только один. Кто? Вот и ответ. Сотни заблудших душ освободились от хозяина. Значит, победил Дракул. А как же вампиры? Найдут себе хозяина. Поэтому будем начеку. Нам предстоит еще не одно сражение. Продюсер Джеральд Трип. Режиссер Крик Шоутон. Художник Тим Дикон. Композитор Эдмунд Иган. Производство Lacewood Productions в сотрудничестве с Universal Cartoon Studios.